Главное предложение только сегодняшнего дня. Стильный и модный кардиган Анжела. Что происходит в холодное время года? Мы, конечно же, с вами утепляемся. Кардиганы – неизменный атрибут нашего гардероба. Но так, чтобы кардиган не только согрел, не только вписался в гардероб, но и стал его изюминкой, добавил нам не только элегантности, но и яркости, соблазнительности и сексуальности. Вот это способен сделать бренд «Заря» с нашим главным предложением – кардиганом Анжела. А вот как вписать кардиган Анжела в свой гардероб, мы, конечно же, спросим у человека, которому доверяют свои образы российские актеры. Алексей Лапшин, между прочим, расскажет нам сейчас. Мои дорогие, горячо любимые модницы, вы знаете, я сегодня с гордостью представляю вам этот кардиган. Да, кардиган может быть статусным. Да. Здесь идет сочетание сразу двух разных принтов, а это тренд, это стильно. Мы видим и вот такой крупный лео, и плюс ко всему пье-де-пуль на рукавах и на карманах. Согласитесь, это стильно, это современно, это необычно. Плюс ко всему, это трикотаж от фабрики «Заря» с вековой историей. В следующем году фабрика «Заря» будет отмечать 100-летний юбилей. Это высокотехнологичное швейное и вязальное оборудование из Японии, из Германии, из Италии. Это качество превыше всего. Здесь 60% пана, 30% хлопка и 10% вспомогательных элементов. Что такое пан? Пан – это аналог натуральной шерсти, но в отличие от натуральной шерсти не колется, не скатывается, не вызывает аллергических реакций. Такое предложение на все 4 сезона. Да, даже летом бывает прохладно. И если вы, например, летом не любите носить ветровку, накинули вот такой кардиган, причем с хорошей длиной, здесь больше 80 сантиметров, 83 плюс-минус 2 сантиметра, в зависимости от размера. То есть даже осенью, зимой, весной зона бедра закрыта, поясница закрыта. Мне очень нравится, что этот кардиган полностью на функциональных пуговицах. Можно создавать а-силуэт, можно не застегивать, либо застегнуть полностью. Но как же он стильно смотрится. А я с тобой согласна абсолютно. И настроение сразу задает определенное. Давайте знакомиться с расцветками, потому что это абсолютная новинка телеканала Shop & Show. Вот я выбираю для себя терракотовый цвет. Посмотрите на него. Алый будет в заказе. Но по факту, ты знаешь, он такое сочетание красного и кирпичного. Светло-бежевый на нашей Олечке. Здесь окантовка именно бежевого цвета идет. И светло-серый мы сейчас увидим на нашей Ксении. Вот они, три роскошных золотых оттенка осени от бренда «Заря». Выбирайте сегодня этот яркий стильный кардиган, тем более, что размерная линейка представлена у нас шикарная. От 48-го, Леш, до 64-го. Раскрывай секреты. Как давайте еще обратим тоже внимание на то, что цена чуть-чуть отличается, да, после 50. Сейчас скажу обязательно. Да. Но это просто сразу уточним, да. Здесь все тоже крайне просто. Берем размер в размер от 48-го до 64-го. Длина 83 сантиметра, плюс-минус 2 сантиметра в зависимости от размера. И действительно, посадка идеальная. Трикотаж плотный. 60% пана, 30% хлопка, 10% вспомогательных элементов. Давайте напомню, что такое пан. Вдруг кто-то не знает. Это запатентованные волокна. Аналог натуральной шерсти. Такой же теплый, но в отличие от натуральной шерсти не колется, не скатывается, не дает усадку или какой-то деформации после стирки. И самое главное, вспоминая разговор о здоровье, еще и не вызывает аллергических реакций. То есть это фабрика «Заря», которая 100 лет в следующем году будет отмечать. Известна во всем мире, не только в Российской Федерации. Крупнейшая фабрика России и входит в 100 лучших товаров Российской Федерации. Ну, Леш, не зря наши постоянные телезрительницы, более 200 тысяч постоянных наших телезрительниц выбирают этот бренд. И каждый раз с новинкой от бренда «Заря» к нам присоединяются новые телезрительницы с заказами. Ну вот посмотрите, какой он интересный, наш кардиган Анжела. Леш, вот еще 3 года назад, я обожаю кардиганы, у меня их очень много, но еще 3 года назад найти вот такой стильный кардиган, изюминкой которой мог бы стать гардероба, было нереально. Кардиганы были больше однотонные, больше какие-то классические, стандартные, даже где-то немножечко, знаешь, такой а-ля бабушкин вариант. Но что сейчас делает бренд «Заря»? Это же шикарно.
Да, безусловно, это стильно, это статусно, это модно. И вот давайте мы покажем вам, специально сделали подборку главных трендов коллекции осень-зима 22-23. Но я даже не сомневаюсь, что этот тренд еще несколько сезонов будет популярен. Вы видите, модницы во всем мире используют вот такие удлиненные кардиганы, которые, кстати, летом могут быть как легкое летнее пальто, на самом деле, да, использоваться. И это действительно стильно. Плюс ко всему, давайте не будем забывать о том, что леопринт, он вообще придает еще и уверенности. Это и про психологический комфорт тоже. Но часто ли вы встречаете в масс-маркете, в торговых центрах ваших городов, вот действительно такие изысканные, необычные сочетания, когда лео сочетается с пьедепуй, ломаной клеткой. При этом как это гармонично смотрится. Самое главное, что этот кардиган держит форму. Кстати, здесь встроены подплечники, благодаря чему всегда идеальная прямая линия плеча. Но при желании, если вы не любите подплечники, вот мы с Наташей сегодня разговаривали, если не любите подплечники, их можно легко и просто отпороть. Именно так я и сделала, Лёш, да. Это бренд «Заря», вы его любите. Нина Маркова из Владимира пишет: «Ношу изделия от «Зари» годами. Отличное качество и модные вещи. Спасибо». Вот мы с вами, Нина, полностью согласны. Это качество, которое с нами на века, и, конечно же, модные современные тренды. Лёш, как вписать такой кардиган в гардероб, еще мне надо важно знать. А вот здесь вообще все очень просто. Смотрите, да, из брюками, и с джеггинсами, и с юбкой смотрится идеально. И на платье надеть тоже будет легко и просто. Давайте напомним цвета, да, у нас бежевый, алый и светло-серый. Всего три цвета, но при этом еще раз хочу сделать акцент на вязку. Это не принт, это именно вязка вот такая у нас идет. Причем очень плотная вязка, теплый кардиган. Давайте покажу вам изнутри, как это все выглядит. Как всегда, все просто, идеально, по-другому быть не может, ведь это фабрика «Заря», с вековой историей, очень приятный по тактильным ощущениям. Я напомню, что здесь в составе 60% волокна пана, 30% хлопка и вспомогательные элементы. И, кстати, здесь даже пуговицы особенные. На каждой пуговице есть узор, который напоминает растительные мотивы. Вот посмотрите, как детально относится фабрика «Заря», а это уже, можно сказать, бренд, да, наш российский, ко всему, что делает. И вот этот воротничок вывез. Да, и манжеты эластичные, и идеальный кардиган. Уникальный дизайнерский кардиган от бренда «Заря». Он может стать вашим уже сегодня. Главное предложение дня. Будьте стильной, будьте модной, будьте элегантной. Все четыре сезона.